Взяли самоотвод. Сегодня 5 из 9 судей Высшего Админсуда Украины отказались участвовать в процессе о переименовании Днепропетровска в Днепр и объявили о самоотводе. В заседании перерыв на неопределенное время. Напомню, отмену решения Верховной Рады о переименовании города инициировал Александр Вилкул, нардеп от оппозиционного блока. По его мнению, это решение парламента грубо нарушает ряд законов, в том числе Конституцию Украины. И главное, переименование произошло без учета мнения горожан и вопреки решению местного горсовета. Напомню, 90% горожан выступали за сохранение названия Днепропетровск, но в Верховной Раде это проигнорировали. Судебный процесс длится уже более года. То, что сегодня из 9 судей 5 человек взяли самоотвод, это очень большая победа. Они не хотят выносить решение в пользу власти, но в то же время они боятся власти, поэтому они приняли такое для себя решение. Они взяли самоотвод, я считаю, что поступили они, по крайней мере, честно.